Больше полусотни некоммерческих организаций получили средства фонда грантов президента России в прошлом году. Такие данные озвучили на пленарном заседании областной общественной палаты. Среди получивших деньги – социально ориентированные организации из разных районов области. На заседании подвели итоги работы за 2020 год. Высоко оцениваю действия общественников региона по поддержке слабо защищенных категорий граждан. Весь прошлый год мы наблюдали активизацию волонтерской и благотворительной деятельности, мобилизацию и объединение различных общественных и государственных структур для помощи нашим гражданам в тяжелых жизненных ситуациях. Палата – это как объединительная структура для всех некоммерческих организаций региона, которые могут обратиться, получить помощь, обменяться лучшими практиками. У нас регион славится тем, что у нас много разных некоммерческих организаций, работающих в совершенно разных секторах, начиная от экономики, заканчивая помощью волонтерством и прочим.